Именно вечером в праздничные даты Великий Устюг поистине оживает. Центральные улицы заполняются людьми, идущими к главной городской сцене на площади Ленина, где в День молодежи стартовал праздничный концерт. Устюжане веселились как могли, кто-то танцевал, кто-то подпевал солистам, исполняющим известные всем песни. Этот праздник не только молодежи, но и всех тех, кто молод душою. А тем временем на сцене коллективы сменяли друг друга, щедро даря позитив устюжанам. Вечер подходил к концу, но устюжане и не собирались покидать площадь Ленина, где проходили все значимые события субботы. Не хотелось, чтобы праздник заканчивался. Замечательно, все понравилось, все хорошо, конкурс прошел динамично, люди радуются, прекрасно Даша поет, все нравится, все хорошо. Очень хорошее, все очень-очень-очень понравилось. Что особенно запомнилось? Конечно же, мисс Великий Устюг. Праздник, посвященный Дню молодежи, прошел на позитиве. Сотни устюжан отвлеклись от рабочих будней и смогли как следует отдохнуть. Андрей Жилин, Антон Карев. Новости провинции.